После регистрации брака им бы хотелось усыновить ребенка, но это в Италии пока сделать невозможно. Пока невозможно. Два офицера военно-морских сил Италии, Роза Мария Магаверо и Лорелла Чипро, поженились 31 марта в городе Специя. На свадьбе был почетный караул. Молодоженов поздравила министр обороны Италии Элизабетта Трента. Тем, кто интересуется, что изменилось после официальной регистрации гражданского брака, Лорелла Чипро отвечает: «Ничего не изменилось, и вместе с тем все теперь иначе. Я желаю всем людям с гетеросексуальной и гомосексуальной ориентацией жениться только по любви, не по убеждениям, а по любви».